Гуревич. Не получилось у нападающих. Дальше действовать будем мы, но и отмечаем пас Артемия Панарина, который вскрыл оборону датской команды, как голодный турист консервную банку. Первая, кстати, заброшенная шайба защитников российской команды на этом чемпионате мира. Своевременное подключение Богдана Киселевича. Ну и мы говорили, что было достаточно много атак, позиционных атак у российской команды. И вот здесь все здорово сделал защитник ЦСКА, сориентировался, открылся, причем открылся.